14 декабря прошло очередное заседание наблюдательного совета университета Лобачевского, в ходе которого ректор ННГУ профессор Евгений Чупрунов представил доклад о работе руководства и коллектива университета в уходящем 2018 году. Самое главное событие, которое у нас было в прошлом году, мы пережили государственную аккредитационную экспертизу, аккредитацию. Значит, наша аккредитация бессмысленная и беспощадная. У нас полтора года это заняло. Всего около, между 4 и 5 миллионами страниц исчисляли все наши материалы, которые были. Комиссия, правда, приехала поменьше, чем была в политехе. Там было около 80 человек, у нас было 26, но зато таких очень серьезных экспертов. В общем-то, у нас июнь месяц был очень тяжелый. Мы все показали, все сделали. Члены наблюдательного совета высоко оценили деятельность сотрудников ННГУ в образовательной, научной и инновационной областях и наметили дальнейшие приоритетные направления в этих сферах. Для меня самое важное, используются ли все возможности, которые даны, решениями последних лет для развития образовательной организации. И то, что сегодня доклад был полон рассказа о том, как мы эти возможности реализуем, вот это вызвало глубокое удовлетворение. Согласиться с тем, что все хорошо, это путь в никуда. Я считаю, что проблем достаточно. Часть этих проблем объективно носит высокий характер, часть недостаточно. Сегодня много всяких разных таких, и качественных, и количественных показателей. Мы говорим, что университет движется и развивается.